Ребята, привет, дорогие друзья, это Элма Кул Рус. В некоторые видеолайки я видел такие смешные лица и смешные голоса. И мы с вами будем так же делать, как и выложенные видеолайки. Для этого сначала мы заходим в Телеграм. Вот мы зашли в Телеграм. Вот, и у нас такой бот, в котором у нее написано Distortion Bot. Вот. I make funny makes and videos. Значит, это что он делает смешные фотографии и видео. Вот. И мы будем начинать этого делать. Я тот, который присылал видео и не фото. Вот. Это оригинальное видео, которое я снимал с экрана. И он мне прислал результат. Ну, видео было очень смешное и отличное. Начинаем. Итак, мы выбираем либо видео или фото. Мне лучше нравится выбирать видео с моего с галереи. Итак. И сейчас мы будем выбирать. Так. Чтобы легко найти, можно открыть в файлы, вот, и мы выбираем некоторые видео, которые я хочу, но только одно. Ну, мы хотим выбрать это видео, вот это, Мильпопс. Вот, ему и присылаем. Максимум этого видео должно быть 2 мобайта. Ой. Пишет, что извините, очередь заполнена. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Ай, бесит это. Но видео должно быть 2 мегабайтов. Не больше. Ну и даже меньше. Окей, здесь написали, ваше сообщение было добавлено в очередь. Будет обработано в ближайшее время. Итак, мы ждем этого. Пока я так долго ждал, вот этот бот и присылал этот результат от оригинального видео, вот этот. Вот так вот, дорогие друзья, и вот был и туториал, как это было надо сделать. Если тебе это понравилось, это видео, подпишись на мой канал и поставь лайк. Всем пока!